Первым преступным бизнесом начал заниматься муж. Он получал от поставщика курительные смеси, расфасовывал их и распространял через тайники закладки. Когда круг покупателей увеличился, мужчина привлек как помощника и свою жену. Чтобы обналичить полученные от продажи запрещенных веществ деньги, глава семьи применял сложную схему. Использовал несколько уровней подставных лиц для перевода денег на банковские счета, карты и только затем сам обналичивал. Сейчас в отношении супругов возбуждено уголовное дело. Сумма легализованных денежных средств составила более 7 миллионов рублей.